Сегодняшняя лекция имеет такое название. Оформление права на забастовку. Оформление права на забастовку. Ну, речь идет, конечно, об оформлении юридическом, безусловно. Тем более у нас курс такой, который посвящен политическим аспектам, поэтому нам не просто вот нужно там народ протестует, народ там остановил работу. Речь идет о том, как организовать, как оформить ту забастовку, которая предусмотрена нашим законодательством, Конституцией, Законом о профсоюзах и, главное, Трудовым кодексом Российской Федерации. Ну, во-первых, само право на забастовку. Право на забастовку – это просто другое выражение того, что Конституция наша запрещает принудительный труд. Труд Конституцией России принудительный запрещен. Это что значит? То есть, если людей не устраивает там условия работы, заработная плата, они не при всяких условиях обязаны работать. Есть такие условия, когда государство признает, и законодатель это закрепил в Конституции, признает право работников отказаться от работы полностью или частично для удовлетворения своих требований. Вот что означает вот это положение о запрещении принудительного труда и как формулируется само право на забастовку. В Трудовом кодексе записано, что забастовка – это полный или частичный отказ от работы для достижения требований работников. Вот я бы на этом моменте, полный или частичный, остановился. Дело в том, что люди читали про забастовку, слышали, читали, но вот этот момент очень важный. Полный или частичный отказ от работы, полное или частичное прекращение работы для достижения своих требований, вот это как-то ускользает от внимания, а это очень важно, потому что не всегда полезно и для работников, и для работодателей полностью отказываться от работы. Что можно добиться полным отказом от работы? Ну, можно добиться своих требований, но можно добиться некоторым ослаблением самого производства, остановкой его на длительное время, а это может привести к выпадению его из цепочки производства продуктов, невыполнению договоров и так далее, и может нанести ущерб и тем, кто выступает с такими требованиями. То есть, конечно, работодатель пострадает, но пострадают и работники. Теперь, разумеется, забастовка, если это не записано в ранее каких-то в требованиях ранее выигравших забастовок, как правило, во время забастовки не оплачивается в это время, когда работники бастуют. Хотя в некоторых странах, значит, когда заканчивается выигрышная забастовка, устанавливается в договоре, в соглашении о прекращении забастовки, что работодатель участвует в создании забастовочного фонда, а из этого забастовочного фонда будущая забастовка будет оплачиваться. Так что это не запрещено. То есть, если вы договорились так, если была очень такая сильная забастовка, и забастовка предполагает, что возможны снова какие-то конфликты, то это может быть установлено таким образом. Но в России я таких не знаю случаев, чтобы кому-то удалось провести забастовку и по итогам забастовки записать, что работодатель должен создать забастовочный фонд для будущей забастовки. Хотя, с точки зрения того, что у нас труд не носит принудительный характер, это, так сказать, вполне понятно. То есть работодатель, он, пока люди работают, имеет право давать любые указания, так, во время работы требования дисциплины сохраняет всю свою полноту. Но из этого вовсе не следует, что работник будет работать и выполнять при любых условиях, там, когда нарушены там условия безопасности, когда не соблюдаются требования по выплате заработной платы, у нас это вечная беда, что не выплачивается, или когда она не повышается, или когда не выполняются требования Трудового кодекса, которые у нас не выполняются сплошь и рядом.
Сплошь и рядом не выполняются требования 134 статьи «Повышение уровня реального содержания заработной платы». Даже более того, 134 статья Трудового кодекса гласит не просто повышение, а обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть как обеспечивать работодатель, это его дело. Но если ты не можешь обеспечить, не будь работодателем. Примерно так. А если ты работодатель, то будь добр обеспечить повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну, как часто бывает в праве, хорошее название. Вот это, так сказать, название статьи. Название статьи – это голова, значит, поэтому этим можно руководствоваться, это обязательство. Но в самой статье, например, такая вещь говорится, что повышение уровня реального содержания зарплаты включает в себя индексацию. И это довольно пустая фраза, потому что, скажем, конечно, повышение уровня реального содержания зарплаты, то есть превышение того уровня, который был, включает в себя и выход на тот уровень, который раньше был. Точно так же, как можно сказать, пятерка включает в себя четверку. Четверка – тройку, тройка – двойку, двойка – единицу. А пятерка включает в себя и четверку, и тройку, и двойку, и единицу. Но из того, что включает, из этого не следует, что обратное верно. Обратное неверно. Индексация заработной платы никоим образом не включает в себя повышение уровня реального содержания заработной платы. Правильно? Что такое индексация? Это выведение заработной платы реальной на тот уровень, который был какой-то период назад. Если поквартальная индексация, на начало квартала. Если это годовая индексация, на начало года. Если пятилетняя индексация, так сказать, проиндексировать за 5 лет. Ну вот, на тот уровень, который был 5 лет назад. А учитывая наши размеры инфляции, мы что имеем? Что, скажем, если инфляция 10%, как предполагается вот по этому году, это значит 10% заработной платы изъято из карман работников. Ну и вас, так сказать, порадует, что вот в следующем году вас вернут на тот уровень, с которого были, и тут же сразу начнут снова вытаскивать, потому что инфляция-то ведь никто не обещает, что она закончится, правда? Вот, поэтому, можно сказать, архаические такие требования, даже, я бы сказал, глуповатые, когда вот люди требуют, объявляют, добиваются. Даже удивительно, насколько люди, так сказать, вот, с одной стороны, не знают своих прав, потому что написано «обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты». Ну, потребуйте повышения уровня реального содержания зарплаты. А где, работодатель скажет, а где закон? А вот и закон. А что касается ответственности, мы с вами уже этот вопрос разбирали. Вопрос ответственности никакой трудовой кодекс не дает. Но вам законодатель разрешил устраивать забастовки и коллективным образом добиваться своих требований. Идите, поэтому если вы придете в суд с такими делами, суд скажет, ну вот вам же объяснили, что вы можете вот прекращать работу, полностью, ну, пройдите, пожалуйста, всю необходимую процедуру. Обеспечьте, получите законное право на забастовку и перетягивайте канат со своим работодателем. Чего вы сюда пришли? Это ваш работодатель, вы с ним и решаете. У него есть право устанавливать зарплату, а у вас есть право не работать при той зарплате, которую он установил. И давайте между собой там воюйте. Но только воюйте в рамках. А рамки установлены. Вот если будет не в рамках, приходите сюда. Потому что если работодатель придет и заявит, что нарушены формы организации забастовки, то мы признаем эту забастовку незаконной. Вот. С одной стороны. С другой стороны, если человек немножко вправе поднаторел, он понимает, что вот, скажем, если вот сейчас захочет какой-то коллектив, и он готов к этому, вот сейчас раз и забастует. Что должен делать работодатель? Говорит, мы бастуем. Это законная забастовка или нет? Нет, надо какие-то подавать уведомления, что-нибудь в этом роде. А кто обязан? А кто у нас имеет право объявить забастовку незаконной? Вы кто такой? Суд. А, суд. Вот идите в суд, и доказывайте, что я плохой. А пока вы не доказали, что я плохой в суде, и пока суд не сказал, что я плохой, это вы предполагаете, что я плохой, что я действую незаконно. Поэтому мы вот сейчас объявляем забастовку, а вы идите в суд. Во-первых, вам надо написать заявление. Во-вторых, что, вот вы сегодня написали, завтра суд рассмотрит? Какой суд рассматривает вопрос о законности забастовок? Только суды субъектов федерации. Только. Ни районный суд даже и не ходите туда. Все. Уж тем более в мировой. Хотя, казалось бы, мировой самое место, где мировые проблемы. После Европейского суда надо бы идти в мировой. Но у нас этих мировых так много, и они в основном решают мелкие вопросы.
что это не тот мировой, который мировой, а тот, который, так сказать, вас принуждает вас заключать мир или старается принудить. Короче говоря, придете вы в суд, вам вас примут, если все в порядке. Если у вас все не в порядке, то напишут оставить без движения и скажут, еще вот донесите такие документы, такие. На кого вы подаете? Кто у вас? На кого вы подаете, когда вы взяли, все останавливают? Ну, на кого подадите? Вот у вас 600 человек в предприятии. Вдруг все 600 человек завтра сидят вот так и говорят, вот пока вы не повысите уровень реального содержания зарплаты хотя бы на рубль, реально, это значит, надо повысить не меньше, чем на 10%. Верно? Если повысить реальное содержание. Мы работать не будем, потому что мы хотим, чтобы вы выполняли закон. Мы требуем от вас, это не наши действия незаконные, это ваши действия незаконные. Вот. А почему вы не обращаетесь в суд? А зачем нам обращаться? Нам и так ясно, что мы правы. Мы считать умеем, мы прочитали 134-ю статью и сидим. Вы на кого будете подавать в суд? Ну, на профсоюз, наверное. У нас нет профсоюза. А если был бы профсоюз, а не дурной, он бы сделал так. Вот я, допустим, представитель профсоюза, а я буду сидеть и молчать, а вы будете хором говорить, требуем обеспечить повышение уровня реального содержания зарплаты. Хором все. Такие случаи есть, бывает. Ну, что не хотят люди, чтобы на кого-то подавали или кому-то прицеплялись. Надо один раз потренироваться, а потом, как только вы заходите, все стоят и говорят, требуем обеспечить уровень повышения реального содержания зарплаты. Красота. И на кого будете подавать? А профсоюз единственный человек, который молчит, сидит так скромно, председатель профсоюзной организации. Говорит, ай-яй-яй-яй-яй. И на кого будете подавать? На него. На меня? Да. И за что вы на меня? Подавайте. И суд скажет, дорогой товарищ, мы тут разбирались, вот. Вы вызовете меня, скажете, я требую вызвать Иванова, Петрова и Сидорова, трех свидетелей, которые покажут, что я сидел, и вы с ними там полемизировали, вот с этими, которые там хором что-то кричали. А я вообще удивлен, до чего вы довели народ? Ну, если я руководитель предприятия, я приведу трех свидетелей, которые будут, собственно, отстаивать мою позицию. По-любому, такие люди всегда есть в коллективе. Поскольку в этом случае было 600 человек, доставало, то я приведу в 3 раза больше свидетелей. Согласны? Ну, в 3 раза больше. Мне не проблема. Я причем одно и то же буду говорить, тем более они уже отработали. Придут и все будут говорить, он ничего не делал. Вообще мы его не любим. Видели, он грустный сидел такой в углу, потому что мы сказали, ничего от вас не добьешься, мы сами будем действовать. И сами будем требовать от своего начальства выполнения закона. А он не выполняет. Вот он сидит перед вами. Товарищ судья, а скажите, чтобы я на него наручники надели. Говорит, судья говорит, мы не можем, у нас административный. А, ну административный, извините. И вот такая идет беседа. Наконец, вы выиграли, да? Будем считать, скорее всего. Я согласен, что скорее всего вы выиграете. Так и бывает. Городской суд очень легко идет на поводу, и вы выиграли. Дальше ваши действия. А все сидят еще. Сколько прошло времени уже? 10 дней никто не работает. Дальше ваши действия. Ну кто? Ну дальше-то что? А мы вот дальше не работаем. Ну, а по закону, когда нужно выйти на работу, если забастовка признается незаконной? Вот я проверил, что вы не прочитали Трудовой кодекс. Трудовой кодекс. А его надо прочитать хотя бы один раз. Потому что если один раз прочитаешь, точно не запомнишь, но уже какое-то такое чувство, что ты читал. Потому что так все законы, их вот читаешь, и если они так не рассмотрены, не изучены, то это не запоминается. Вот мне приходилось там изучать все эти самые кодексы, и административные, и уголовные, и уголовно-процессуальные. Ну вот их читаешь, пока читаешь, вроде понятно, как прочитал. Это надо снова возвращаться, потом искать, ну как справочником пользоваться. Да и думать, что это можно запомнить, сразу нельзя. Но я вам напоминаю, тем не менее, хоть вы и не запомнили, я вам напоминаю, что после того, как этому органу, возглавляющему забастовку, будет вручено вот это решение суда о признании забастовки незаконной, на следующий день все обязаны приступить к работе. И вот вы приходите. И опять картина та же. Я сижу в уголочке. Вы ко мне, что ли, пойдете? Нет, дорогой товарищ,
Я же не орган, который возглавляет забастовку. И куда вы пойдете? А нет этого органа. И кому вы будете давать? Это значит, люди, вот, которые делали забастовку, они точно, они-то и прочитали трудовой кодекс. Говорит, нам что, не надо нам этого органа. Не надо нам этого органа. То есть он как бы, может быть, и есть так. Но мы его с вами не знаем. А? Неформально. Неформально есть. А формально его нет. Ну, есть какие-то люди, которые там являют инициативу, там подмигивают. Ну, подмигивание не является основанием для того, чтобы там на какого-то человека. Вон, вы все время мне подмигиваете. Я чувствую, что мы с вами в сговоре. Но это не является формальным основанием. Ни для чего. И вот в этой ситуации он бродит, этот несчастный. Вы будете сами вручать или кто? И судебный пристав. А судебный пристав говорит, ну где ваш орган? Он говорит, я не знаю. А что же это? Что такое генеральный директор? Нет органа даже. Все, всем нельзя вручить, как бы. А? Всем не получится, может просто каждому дать рабочему. Вот, а вам придется так и сделать, да. Вот видите, как творчески. Значит, размножить и каждому вручить. А они от вас убегают? Да вам надо каждому же вручить. Ну, по крайней мере, я думаю, вам надо вручить больше половины, чтобы сказать, что орган получил. Раз все они орган, то надо изловить. А они все убегают, никто не хочет у вас брать. Вот вы подходите, он так стоит. Куда вы будете вручать? Засовывать куда-то? Они могут в милицию подойти, он ко мне пристает. Это сексуальный маньяк. И вызовут милицию. Потому что он руки-то спрятаны, он прямо уж к телу прямо добивается. Это ужас вообще. То есть тут возможно... То есть если люди относятся вот к таким конфликтным ситуациям, ну... Ну, не так вот это, тоскливо практически, а сказать, с юмором, с известным. Это очень с ними трудно бороться. Очень трудно. Ну, что вы будете делать? Вот, ну, как вы мне будете сообщать ваше это? Значит, вы тоже будете зачитывать, да? А я говорю, не слышу! И вы опять зачитываете, я говорю, не слышу! Все. Тогда что вы будете делать? Показывают мне, я говорю, не вижу, не вижу. Ну, и что вы будете делать? То есть это сложное дело, а в руки мне так я не беру. То есть это все вот, это предполагает какие-то еще неискусные отношения, неопытных людей. Если опытные люди, так просто с ними не поступишь. Не поступишь. Я хочу вам привести пример. Значит, авиадиспетчеры, которым все запрещено, то есть запрещено им проводить какие бы то ни было забастовки. Они могут только писать письма президенту. А президент, как известно, никогда их не читает. Вы писали когда-нибудь письма президенту? Нет. Ну вот, можете, у вас ведь есть вот этот самый телефон. Вот наберите туда, знаете, письмо президенту. Вот в поисковике сразу выскочит сайт. Там вы набираете письмо. Вот указываете там фамилию, имя и сообщение о том, вам ответ прислать домой или по электронной почте, или по почте. То есть посылаете вы по электронной, а пришлют как хотите ответ. И все, если у вас файл есть какой-то, вы еще к нему обоснование, в отдельном файле вы это файл пристегиваете. То есть президенту написать легче, чем тете Маше. Тете Маше надо идти на почту, покупать конверт, заклеивать. А здесь вот сели у компьютера, раз их послали. Сегодня вечерком придете, напишите президенту. Хотите, там еще есть вариант в администрацию президента Сергея Борисовича Иванова, он дождался вашего письма. Вот по каким-то вопросам. Ну, а что дальше? Куда по ваше письмо попадет? Ну, в отдел, который занимается работой. Вот, в отдел по работе с письмами трудящихся. Вы по закону имеете право получить ответ. Каждый гражданин имеет право обратиться к любому должностному лицу. И должностное лицо, тем более государственный служащий, обязано вам дать ответ в месячный срок. В месячный срок вы получите ответ, что ваше письмо услано. У вас какое министерство? Где учитесь? В Ленинградском университете? Услано Ливанову, министру. А от имени министра вам пришлет письмо начальник департамента. И объяснит вам на полутора страницах, поскольку таких много, как вы, то у них есть типовой ответ, вам фамилию туда впишут и пришлют и напишут, что уважаемый, дорогой, мы рассмотрели ваше письмо. В нем вы хотели то-то, 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 то, но это нельзя потому, это нельзя потому, это нельзя потому, это нельзя потому. В общем, нельзя, 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 с уважением. Подпись. Все. Так что все хорошо. Так и вы тоже можете обращаться, куда хотите. Так вот, товарищи, авиадиспетчеры, да, хобби. Вот товарищи авиадиспетчеры, они придумали такой фокус. Бесконечное профсоюзное собрание.
Чтобы вы представили это, что это означает. Это означает, что вот мы сегодня, вы нацелены были после лекции куда идти? Домой. Это отменяется. А вы куда? Тоже отменяется. И вы, товарищи, вам придется участвовать вместе, потому что иначе мы, суровая рука нас, уже трое, тут вас покарает. Значит, отсюда никуда не уходим. Куда вы хотели идти, звоните, говорите, у нас вот профсоюзное собрание. Когда закончится, не знаем. Не знаем, потому что будем вот завтра на работу отсюда и пойдем. Значит, если что нужно подвести, сейчас на стенке будет вывешено требование там вот с той стороны, чтобы кто проходит по коридору, увидели. Так, сейчас будем звонить журналистам, пусть приходят, читают. Вот, а пока, значит, позвоним своим родственникам, пусть принесут молочко, там термоски, термосы с чаем горячим. Хорошо бы котлет тоже нажарить сюда. Ну, дети пусть посмотрят на родителей, если есть дети. Пусть приедут, пусть, кстати, там жены в истерике или мужья разъяренные там где-нибудь будут тут стоять. Короче говоря, завтра уже тут пол руководителя университета будет вокруг этого крутиться. Что надо сделать, чтобы вы наш этот университет не полоскали? Так вот они, ну это я так рассказываю, а там на самом деле, а видишь, диспетчеры, они сделали такое, у них это отработано. И, так сказать, так вот месяц проходило собрание в Калининградском аэропорту. Они прямо вот, где вот аэровокзал, там прямо и сидели. То есть оттуда они идут на работу, сначала к врачу, потому что они должны сначала к медикам идти. Медики допускают, идут на работу. А с работы не домой, а куда? Обратно в здание аэровокзала. Через месяц все требования были удовлетворены. Да потому что это скандал, потому что этот полоскали это руководство этого, ну, службы управления воздушным движением. Если вам все равно занимаетесь, чем хотите, в нерабочее время. Да, по идее, да. Но на самом деле, вот я вам факт сообщаю, через месяц он удовлетворил все требования. А вот ростовский, такой вот, на которого вы намекаете, как-то подверже оказался, он взял и подал в суд на них. Что они, эти авиадиспетчеры, тем, что они ночью не спят, а где-то околачиваются вот в этом помещении аэровокзала, они тем самым подрывают безопасность воздушного движения. И суд пошел навстречу работодателю и принял решение запретить в ночное время проводить профсоюзное собрание. Что сделал профсоюз? Профсоюз сделал так, и значит так, вот до 23 часов, чтобы до 22 у нас. 22 ночное время. 22 до 6 по трудовому кодексу ночное время. Значит, вот 22, чтобы здесь я вас не видел, а в 6.00, чтобы вы здесь сидели. И что? А это умыли они этого ростовского, так сказать, работодателя, потому что, ну что ему делать? Вот все, он выиграл. А какой результат? Ну, даже лучше, шум был большой, суд, а в итоге профсоюзное собрание стало покороче. И семья довольна, а результат тот же самый. Они требовали повышения зарплаты, да? Ну, не только. Там главная проблема у них, чтобы не сокращали диспетчеров. Вот главная проблема проявила себя во Внуково. Нагрузка не увеличивалась. Там дело не в этом. Они увеличивают нагрузку и тем самым подрывают безопасное движение очень сильно. Во Внуково. Скажем, даже наша газета «Народная правда» публиковала статью президента, это было год назад, Ковалева, президента профсоюза «Девчонки», где он писал, что у нас главная проблема, что сокращают этих самых авиадиспетчеров, они не могут уже следить, а интенсивность движения воздушного возрастает. И вот конкретно что произошло во Внуково. Во Внуково было 5 авиадиспетчеров, 2 полосы, на каждой полосе с одной и с другой стороны сидел авиадиспетчер, просматривал полосу. И на вышке один. Вот они этих, которые на полосах были, сократили, а на вышке оставили. Вот он смотрит на вышке, значит, полоса чистая, чистая. Он дает добро, а больше он не видит ничего, он картины все не знает. Он дает добро, после того, как он дал добро, через несколько минут на эту полосу, когда тот уже взлетает, выезжает снегоуборщик. Когда эти смотрели все по полосам, все было там охвачено. То есть кто-то из авиадиспетчеров мог заметить и тормознуть. Или сразу прекратить это все дело. Ну, а сейчас это невозможно. А вы заметили, что во всех этих обсуждениях думали, кто виноват? Или водитель снегоуборщика, что он там выпил кофе, или диспетчер. Ну, про генерального не говорили. А где хозяин этого аэропорта? А кто хозяин? Это кто это сделал, чтобы... Кто, в чьих интересах сокращать? Я не знаю.
Ну, если государственное, скажите, что государственное. Если государственное, накажите этих государственных чиновников, которые так управляют. Вы помните, как Медведев выяснял после теракта Шереметьево, а кому принадлежит Шереметьево? Председатель администрации. И не выяснил же? Кому принадлежит Шереметьево? Можете сказать? Я не знаю. И я не знаю. А? Домодедово. Домодедово. А думаете, Шереметьево знают? Нет. То есть, ну вы там сделаете так, чтобы вот такие объекты, которые особо опасными являются, чтобы они не были такими объектами, за которых вообще никого не найдешь, кто там за это отвечает. И это же еще связано с определенными интересами. То есть интерес, но у них достаточно высокая зарплата. Так как посчитали, 4 диспетчера каждый месяц, раз-раз, и уже какая прибыль. Вроде бы прибыль. На самом деле, то есть, это не значит не жалеть жизни тех людей, которые подвергаются страшной опасности. Я уже не говорю о том, что там, вот в этой же статье, о которой мы публиковали, говорилось о том, что все маршруты были построены таким образом, что с восточной стороны от Москвы аэропорты отправляют на восток, западный на запад, северный на север, южный на юг. Чтобы не было вот над Москвой вот такого. А теперь над Москвой это перекрестие всего. И вдобавок над Рублевкой запрещен. Поэтому там, где вот могла быть вот такая траектория, там вот такая траектория. Самолеты выходят под очень высоким углом, очень сложно там это делать. И сложно обеспечивать безопасное движение. Поэтому я, скажем, считаю, что если даже у него там мало в этом алкоголя, все равно надо наказывать. Но это просто надо понимать, что это не проблема одного этого самого водителя с него больше. И завтра, может быть, по разным причинам. Я знаю другой случай, мне авиадиспетчеры сами рассказывали. Один говорит, у нас молодой авиадиспетчер, у него ребенок, он не выспавшийся. Было два, значит, ну один там где-то засомкнул веки, а значит, другой в это время значит, внимательно слушает. И вот этот вот один сидит, значит, кивает, ему говорят, вот там свободна полоса, свободно, а на эту полосу выехал тот самый погрузчик большой, уборщик. И в это время самолет летит. Он говорит, даете, да, даю. Ну потому что это люди. Люди же это не автоматы. И нельзя же на них бесконечно нагружать. Вот за это они больше всего, авиадиспетчеры, за это и воевали. И вот в том числе в такой форме, как вот бесконечное профсоюзное собрание. А это законное собрание? Законное. Что есть запрет? Сколько вы времени можете провести собрание? А сколько хотим? Свобода объединения. Вот нравится нам сидеть на профсоюзном собрании и обсуждать. Вот мы. У нас даже для проведения лекции нет запрета. У нас никто не разгоняет, вы не уходите, я не ухожу. Будем слушать лекции, пока вы в этом вас нехорошо не станет. И посмотрим, кто раньше. Кому же станет нехорошо. Кому станет нехорошо, вам или мне. То есть, как бы, механизм был следующий. Диспетчеры сидели, как бы они не высыпались, поэтому пресса об этом писала. Да. И поэтому до такого давления. Да, все, вот, пресса, конечно, это безусловно. Безусловно, это становится объектом достояния. Начинает пресса, а пресса она как? Если вы ее какую-то идею напишете, поддержите эту идею, не будет прессы, она никакие идеи поддерживает. А если у вас случился такой вот факт, что там бесконечное профсоюзное собрание, и сюда сразу полетели сообщать все источники, и кто первый. Я однажды присутствовал на съезде народных депутатов в Кремле, в фойе. Вот. А в зал у меня допуска не было. В фойе я присутствовал вот там, как раз тогда, когда Черномырдина утверждали на председателя совета министров. И вдруг, значит, слышу я такой страшный треск. Треск такой, как будто что-то косят, но это не зерно, а это не колосья, а что-то очень крупное. Потому что треск страшный. Оказывается, идет Борис Николаевич Ельцин. А впереди идут журналисты, целая толпа, там человек 20-30, каждый какие-то подставочки у них, прочее. И они, рискуя жизнью, они, значит, снимают этого полупьяного Ельцина и, значит, щелк-щелк-щелк-щелк. И это, значит, причем и наши, и иностранные, которые, конечно, за это деньги получат большие. А впереди Ельцина идет охрана, здоровые такие. И они срубают этих журналистов так. Раз их, они там сыпятся, валятся, другие ставят сразу поставки, снимают, и они не обращают внимания, что их сейчас скачут. Поэтому раз, и потом снова, и так далее. И так это идет, и так они все и идут, так, пока Ельцин не зашел в зал. Вот я это своими глазами наблюдал, такую картину. Поэтому, конечно, вы правильно подметили то, что это
обращение, на самом деле, форма обращения к общественности, общественным журналистам, которые вольно или невольно ставят вопрос о том, что у вас не в порядке. Потому что там мы не знаем, кто у вас прав, кто виноват, но это что-то у вас не в порядке. А у кого у вас не в порядке? Ну, что может не в порядке быть у работников? Ясно, что кто хозяин, у того и не в порядке. Ну, так вы наводите порядок как? Ну, удовлетворите как хоть частично требования, найдите с ними общий язык. И все. Что такого страшного будет? Кто-нибудь, есть такие данные и факты, что после удовлетворения требований работников упала производительность или подорвалось предприятие? Такие факты есть? Нет ни одного. Вот на удивление нет ни одного. Например, мы знаем, что было 11,5 часов рабочий день при царе. Но когда перешли после буржуазной революции, после февраля 17 года на 8-часовой рабочий день, рухнули предприятия? Нет. Что, меньше стали производить? Нет. Нет. То есть это целая эпоха ушла, когда думали, что за счет удлинения рабочего дня, это называется у Маркса абсолютная прибавочная стоимость. А надо повышать объем производства за счет относительной прибавочной стоимости. Давайте новую технику, а не за счет того, что вы заставите меня работать там 12 часов, 13, как сейчас вылез Прохоров, и давай, дескать, сделаем нормальным 6-часовую рабочую неделю. Это, говорит, повысит производительность труда. Ну, это он только этим продемонстрировал абсолютную безграмотность свою, потому что производительность труда – это отношение выпущенной продукции к количеству работников или на единицу времени. Но если ты время увеличиваешь, то производительность труда на единицу времени никак она не может вырасти. Наоборот, а затраты в единицу времени возрастают, причем не линейной зависимости, а идут потом, чем больше ты работаешь, тем труднее каждый час. Ну и если 6-часовая рабочая неделя, деленная на число дней, это получается на пятидневку, это 12 часов. То есть не 11,5 часов, как было при царе, а 12. И человек вот хочет выступать с позиции прогресса, даже думал какую-то партию делать. В итоге и Е-мобиль он не сделал, и светодиодный завод по выпуску ламп светодиодных тоже не сделал. Все много было шуму, треску, а в общем-то человек, который деньги вроде получил, а что-нибудь такое сделал крупное для хозяйства, для экономики России. То есть какие-то у нас интересные крупные такие деятели наши, так сказать, крупные капиталисты, которые ничего крупного в производстве такого не сделали. Ну что такое сделать? Что произошло? У нас что, станков стало много производства, станкостроение разрушено, машиностроение загубили. Ну что, они умеют выкачивать и отправлять в другую страну. Ну, вот и все, что они умеют. Но на советском наследии паразитируют. Да. Но на советском наследии, можно сказать, уже не только паразитируют, все-таки в области космоса есть продвижение вперед, все-таки есть некоторые. Хотя в последний раз на Луну только при советской власти съездили. Но зато МКС появилось. Вот. Ну вот, летает на МКС, это какое-то новое слово. Теперь уже сообщили, раз санкции нам делают, то теперь мы не будем делать с американцами, мы сделаем свое МКС, нам меньше, там легче будет туда запускать с восточного, и большая часть будет на нашей территории. Какой нужда есть тогда вот это совместное? Раз они не хотят, так сказать, с нами сотрудничать, ну и не сотрудничать, и мы прекрасно обойдемся без этого. У них есть своя система, так сказать, и у нас есть своя система, которая позволяет, так сказать, следить за всеми передвижениями, там, ракеты и так далее. То есть в этом смысле то, что было заложено, как сказать, тот паритет, он на сегодняшний день сохраняется у нас по ракетам, по ядерным боеголовкам на сегодняшний день у нас больше на одну, чем в США. Вот сейчас такая картина. То есть это в рамках договора установили такой уровень, что у США, США свой уровень стали снижать, а наши начали поднимать. В итоге сейчас вот баланс такой. Мир, дружба, не стрелять. Мы уже обслуживать надо тоже, не просто так, чтобы... Надо. А раньше мы за американские деньги распиливали свои ракеты лучшие в мире. СС-18, Сатана, да. Борис Николаевич, спасибо. Борис, спасибо, дорогой Борис Николаевич. Я думаю, они бы заплатили еще и за то, за все исследования и разработки этих ракет, а не только за распиливание. Есть версия, что это плата за Белый дом? Наверное, да. Вот, значит, такая картина. Я сейчас говорю о оформлении. То есть вообще оформление важное дело, но поскольку речь пошла о юридических таких формах,
и аполитических одновременно. Можно делать так, что, чтобы не было нарушений законов. Вот в любом случае надо делать. Даже просто, если вы объявляете забастовку, ну, важно, чтобы прекратили. Если вы найдете, вот вы нашли такой способ. Взять всем, раздать, мы и пусть не делают вид. А мы их не выпустим. У нас на проходной будут, выходит только тот, кому дали. А так нельзя, наверное? Можно? Нет, а вот вы уж... Ну, этот... А что вы нарушили? Как? Ну как, вы хотите выйти? Вот, получи, пожалуйста, выходи. Не хочу брать, хочу выйти. Не хочешь брать, сиди здесь. А тогда это уже нарушение закона. А в чем нарушение? Почему как? Меня не выпускаете? Почему? Выпускаем. А вы просто не хотите выходить. Вам выпускают, еще дают дополнительно кое-что. Это спорный вопрос, понимаете? То есть, а спорный вопрос – это граница. Будете ночевать здесь, в общем. Да, нет, пожалуйста, это ваше дело. Я могу, можем только сказать, где там потеплее. И всего. Это на здоровье. Они же работать уже должны. С завтрашнего дня. Знаете, вот вы сегодня проходите, а завтра я вас уволю за прогул. Потому что вот оно у вас. У меня вот сейчас, видите, вот сейчас стоит охранник и еще два человека. Они пишут так, что пришел Иванов, отказался брать уведомление об этом. Вот и все. Это значит, вы его уведомили. И какой закон? Какой существует порядок, если кто-то отказывается чего-то там брать или не знаю, что? Вы составляете акт. Составляли акт в жизни, нет? Вот нам однажды в ВПК не пускали, приехали преподаватели самых разных вузов. У нас какая-то пришла охранная структура, там дурковатые. И вот они, значит, их не стали пускать. Ну, мы их приглашали, а я, значит, профессором там работал. Да еще по кафедре экономики и права, и кафедра у нас экономики и права. Я решил их немножко повоспитывать, этих. И говорю, так, ну, составляем акт, что вы не пускаете. Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что сегодня такие-то такие фамилии ваши, не скажу. Фамилии твои, отказавшиеся, что себя называть. Это легко, говорю, проверить, потому что вы сегодня на службе. Так, отказался фамилию свою назвать, препятствовал прохождению на такое на городское мероприятие, куда должны были прибыть. Там профессор такой-то, доцент такой-то, тот-то, тот-то. Написали, подписали три человека. Значит, с актом ознакомлен, даем ему на подпись. Он? Не буду. Хорошо. Данный акт, этот гражданин, не представившийся гражданин, находящийся на службе, но не представившийся, так как вот мы по нему представили, значит, отказался. Все. Ну, это, говорю, мы вашу начали. Вот как быстро так все это рассосалось. А это вот ничего, никого не обвинять не надо. Просто вы констатируете, что было. Вот вам как ваше дело какое, берут, не берут. Вам-то какое дело? Вам же надо констатировать, что каждому было дано уведомление. Дано. А он то, что он не взял, это он из его права. Чего вы на святое право наступаете? Вы констатируете, что он его не взял, и все. Отказался. Отказался и отказался, но это его право. Но если он отказался брать уведомление, это из точки с диалектики. Следует, что раз он отказался брать уведомление, значит, он знал, что оно есть. Ну и все. То есть я хочу сказать, вот мы сейчас с вами рассуждаем не с той позиции, что вот мы и этих защищаем, или тех защищаем. Ну, если вы хотите, так сказать, где-то на юридическом поле фехтовать, так ну кто выигрывает в шахматах в партии? Кто? Кто лучше знает, что ли, правила игры? Нет. Кто выиграет в шахматы? Вот сейчас только что Анна встречался с этим, с Карлсоном. Наконец-то Карлсон выиграл. Все ждали. Прилетел на вертолете и выиграл у Ананда. Чемпионом мира остался. Что, он лучше знает правила игры, что ли? Шахматы? Как вы думаете, почему он выиграл? Ну не поэтому же. Что, никто? Неужели другой человек, который был до этого чемпионом мира, не знает правила игры шахмат? Конечно, знает. Поэтому вот эта вот юридическая иллюзия, что тот, кто лучше знает закон, тот выигрывает, это глупость. Выигрывает тот, кто придумывает, как действовать в рамках имеющихся законов. Вот вы придумали, сейчас, вот на ходу сейчас придумали, что вы сейчас, у вас ксерокс, вы сам, пожалуйста, будьте добры. И все. И никаких конфликтов. Это же что такое? Ваше дело разрешать конфликты, правильно? А не создавать. Ну, если у вас такие грамотные ребята, только а вы покажите, что вы еще более грамотный в этом смысле. Что это за такой работодатель, который такой неграмотный? А он только может набычиться и какого-то охранников своих присылает. Ну, это же тоже не дело. С народом надо работать. Народ тоже это оценит, скажет, ну, надо же, какой умный. Ну, ладно, в следующий раз придумаем другое. А что можно еще придумать?
я вот вам рассказываю, что делали авиадиспетчеры, потому что они, именно потому что им все запрещено, они виртуозы по этой части. Они придумали, значит, все-таки, вот вы говорили, что, а какая разница этому работодателю? Вот один в Сургуте не выдержал работодателя и выгнал их на мороз вместе с их собранием. Закрыл, выгнал их, охрана пришла, выгнала их, они не дрались, и выгнали их на мороз, там большой мороз был, и закрыли, и все. Что сделали они? Тогда они обратились к своему профсоюзу с требованием объявить голодовки по всему профсоюзу. Голодовка. Вот вы имеете право голодать? Я могу вам запретить голодать? Ну, я много чего могу. Вот, несмотря на то, что вот я вроде ваш преподаватель, я могу даже вот понизить на оценку на один балл. Ну, больше, наверное, тоже не могу. Надо как-то так сказать, чтобы человек хорошо отвечает, вдруг ему раз. Говорит, ну, я более строго подхожу. А дальше уже какое-то давление начинается. То есть уже подозрительно. Ну, как я могу вам запретить голодать? А вы вот, я начинаю экзамен принять, а вы в обморок падаете. Ну что мне делать? Надо какую-то оценку ставить, хорошую, иначе тут что делать? Не устраивает, сейчас все сбегутся здесь, скажут, что вы делаете со студентами? Принудительное кормление. Да, принудительное кормление, или это, таких преподавателей нечего держать в университете. Доводят студентов до потери сознания. На черта вашей лекции, со своей конфликтологией, с этими конфликтами, тем более с политическим каким-то дружком еще, и надо это заканчивать. Короче говоря, не выдержал Сургутский. И они обратились, и тогда уже на основании обращения целой организации Сургутской профсоюзной принято было решение всем стать голодать. А диспетчер, вот он поголодал, идет на работу. Но если в отличие от нас, которые я прямо из коридора захожу, я там должен сначала зайти к врачам. Врачи проверяют давление, сердцебиение, то все. Ну, у нас такого нету, сейчас вот, а так бы, может, меня не допустили к вам, сказали бы, что вы, Михаил Васильевич, вы отдыхаете, они тут сами изучат, пусть они вот старые лекции просмотрят и так далее, там они, тем более есть. Вот они приходят, их не допускают. Ну, некоторые ничего, нормально, после того, как они поголодали дня три. А другие, вот у них уже все разладилось, я хочу на работу, нет, я ни в коем случае, нет, пустите меня, нет, кто не пустил его на работу? Врачи. А он хотел не работать? Нет, он очень хотел работать. А почему, говорит, голодал? Потому что, как посмотрел вот на квитки, какую дают зарплату, так мне стало нехорошо. Аппетит пропал полностью. Вот у вас хороший аппетит, когда вам низкая зарплата, а у меня плохой. Что вы будете спорить со мной? А уж если вы начинаете диспетчеров сокращать, ну, тут вообще ни о каком аппетите. В общем, доигрались они до того, работодатели, что на 40% сократилось воздушное движение России. На 40%. После этого все, как миленькие, давайте договариваться. Давайте договариваться, договорились. Там повысить зарплату, не прекратить это безудержное сокращение и не преследовать тех авиадиспетчеров, которые голодали. Но, как всегда бывает, поскольку я вам объяснял, что никакой ответственности работодателей нет. И работодатели это тоже знают. Но некоторые ретивые работодатели, конкретно омские и новосибирские, решили подать все-таки в суд. И в омский, и в новосибирский суд было подано два иска с требованием запретить омским и новосибирским диспетчерам голодать. И 12 авиадиспетчеров, то есть вот омские и новосибирские, получили решение суда о запрете голодать. И это вступило в законную силу решения. Мы сразу в газете написали, записали картинку, такую нарисовали, идут судебные приставы с большой ложкой, значит, кормить авиадиспетчер. Ну это же цирк. А товарищ Ковалев, президент профсоюза авиадиспетчеров, выступил по телевидению и сказал, мы авиадиспетчеры, у нас очень строго и все. Мы народ законопослушный. Мы никогда ничего не нарушаем. Вот если есть такое решение этим 12 человекам запретить голодать, они не будут больше голодать. Мы будем остальные все голодать. А вот эти 12 будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Они съедают 3 обеда и идут опять к врачу. Вы не пробовали 3 обеда съесть?
Вот у нас, помните, как рассуждали там про принципы социализма, каждый, неправильно говорили, от каждого по способности, каждый, она говорит, каждый по способности, каждому по труду. Да? Вот вы по способности сколько можете обедов съесть? Ну, три можете съесть? Ну, и я могу три. Нет, два, наверное, уже. Раньше мог три съесть, сейчас два. Значит, три по способности. По потребности вам один достаточно, а по способности три. Вот они съели по способности, приходят к врачу, а они говорят, вы что, нет, это. Вот вы попробуйте, у вас сразу нарушится все. Это очень тоже сложно. То есть одна голодный плохо, но когда вот переел, когда три обеда. Но если недостаточно еще, посмотрите, то четыре. Тогда будет все, придет в ту норму, к которой вы стремитесь. Не допускают до работы. А тут случилось... Зависимо. А тут случилось еще и то, что я вот повез, я вот с ними контактирую, поскольку мне приходится эту практику изучать, в том числе для того, чтобы лекции такие читать, в том числе и консультировать тем, кто этим занимается. И я приезжаю туда, в профсоюз авиадиспетчеров, а мне президент говорит, что вот мы у нас сегодня спартакиада. Я как-то мимо ушей это пропустил, думаю, что, ну мне чего спартакиада, я приехал-то не по этим делам. Так мы, говорит, весь профсоюз бежит. И что? Ну, потом, говорит, идет к врачу. Ну, перед работой идет. И что? А вот и получается то же самое. Большая вообще профсоюзная организация авиадиспетчеров? Ну, она не очень большая. Но не маленькая. Все авиадиспетчеры России, там несколько тысяч, да. Все вместе, да. Короче говоря, вот если люди творческие, а это грамотные очень люди, творчески к делу подходят, закон они нарушают, а используют свои права, какие у них есть, без нарушения законов, они добиваются того, чего они хотят добиться. И никто тут при этом никакой драки, там, какое-то обозление. Какое обозление? Ну вот люди делают то, что могут. Ну и пусть другие люди придумают свое. То есть, когда мы говорим об оформлении, даже вот я сказал, когда совершенно не оформленная забастовка, или вот результатом вообще сам кодекс трудовой, он же тоже есть результат борьбы работников и работодателей. Правильно? То, что там записано, это история этих конфликтов, которая запечатлена, что вот на таком уровне, это вот вам такое право позволяется, вам такое право, такие обязанности. И вот в связи с этим там есть такое требование, как самозащита работников. Я вам говорил, что вот мы Фонд рабочей академии разрабатывал свой проект, и мы, в частности, вставили такое, что работники вправе остановить работу, если им не платят зарплату. И это прямо записано сейчас в текст Трудового кодекса. А буквально написано следующее. Работник, которому не выплачивают зарплату более 15 дней, вправе. Некоторые говорят, я прекращаю работу. Но если ты прекращаешь, ты вообще нарушитель, я надо увольнять таких, правильно? Нет, грубо прекратил работу. Вот что такое? Приостановить работу до выплаты зарплаты. Если вы письменно уведомили своего работодателя, то вы можете потом идти домой и ждать, когда работодатель письменно вам до вас доведет, что завтра, уважаемая и уважаемый, ожидается выплата зарплаты, и вы должны прийти на работу. Прийти в тот день, когда вам выплачивается зарплата. Красота. Все, вы больше можете не общаться, никаких там ни забастовок, ни склок, ни бесед, никаких процедур. Вот написали бумажку? Ну, я бы не рекомендовал бумажку, вот если вы один, одному писать. Если у вас 500 таких уведомлений написали, пошли по домам. И сидят, то есть как сидят, идите работайте в это время, найдите и подрабатывайте, пока, значит, без особого оформления, там, где-то вы временно подрабатываете. А единственное, что не сделал работодатель, он не определил, как вот это время, когда он сидит дома, оплачивается или не оплачивается. Но я это трактую, как вообще должны трактовать юристы, каждый в свою пользу. Я трактую это в том плане, что раз это по вине работодателя, ну кто не выплачивает зарплату работодателя, значит это вынужденный, простой по вине работодателя. Ну вынужденный, потому что люди не могут работать. Вот вы хотите, чтобы я работал? Ну дайте мне еду. Видите, у меня руки висят.
Зачем я буду работать? Я станочник. У вас дайте до зарплаты взаймы. Я вам отдам. Как получу зарплату, так отдам. Вот он, мой начальник. Он не дает. Опять виноват. А чего вы не даете мне? Я же отдам. Не верите? Хотите, расписку напишу. Только вы напишите, я подпишу. Мне трудно писать. Спросите меня, когда я буду работать. Буду я работать? Буду. Когда? Поем когда? А когда поем? Когда зарплату получу? Когда зарплату дадите? Короче говоря, вот написали и ждут. И быстро как-то находятся деньги. Вот как только приняли кодекс, троллейбусники наши моментально, санкт-петербургские, сразу мигом прекратили эту задержку зарплаты. Сейчас, по-моему, наступило такое время, когда уже забыли, что написано в трудовом кодексе. И люди, которым положено знать, не читают. И этим не пользуются. Мне однажды звонит заместитель председателя правкома Докера. Говорит, а что делать, если не выплачивают зарплату? Я говорю, ну вы даете. Ну вы откройте хоть кодекс, там написано. Приостановили работу, записали бумагу и сидите. И это не забастовка, не считается забастовкой. А по факту, конечно, это... Что такое забастовка? От какого слова? Баста. А что такое баста? Баста, значит, работать не буду. Она не работает. Но можно требовать, надо требовать и через суд, в том числе, если не будут платить, 2/3, чтобы вам платили. Потому что это простой по вине администрации. Я бы работал, потому что я же не по своей вине остановился. Почему? Вы бы мне платили, я бы работал. Я из-за чего сижу-то? Из-за того, что у меня не заплатили. Так и почему я должен выйти? Вот это простой по вине администрации. Но это спорный вопрос, потому что в лоб так не написано. Поэтому одни могут выиграть, а другие могут не выиграть. Это зависит от судьи, от того, как вы это аргументировать будете. Придете, можно ведь как в суд подать 500 заявлений? Это один разговор. А если один вы пойдете в суд, это другой разговор. Подать 500, а судья тогда начнет суд по одному. Поскольку у него 500 за спиной, он по одному проведет, так ему нужно что, 500 человек недовольных в суде? Он скорее пойдет навстречу этому одному, который стандартный 500. А потом у него 500 процессов прошедших. Он выиграл, он лучше, чем все судьи. У него 500 процессов прошло. Он на первом месте. И против него только один работодатель, один субъект, а не 500. А надо вам, чтобы у вас 500 было? Чтобы ходили около суда, еще вот эти люди. Там они чуть не съели своего директора. Будут стоять, этот судью того, значит, отправить в коллегию судей, чтобы его лишили права судейства. Могу я про такое требование выставить? Могу. Пикет можно сделать? В чем проблема этого суда? Нет проблем. То есть, во время забастовки дозволительно и примирительных процедур проводить митинги, пикетирование, да сколько угодно. Ну, только вы уведомите, и, пожалуйста, и вперед. Но уведомлять-то надо. У меня был такой опыт, когда мы закрыли на один день фонд Горбачева. В Москве. Причем мы сначала подумали, как это сделать, а потом сделали. Приехали три совета рабочих. Приехали. Ну, московский пришел, смоленский и санкт-петербургский, ленинградский. А я консультант был у Ленинградского совета рабочих. Ну, значит, делали полосочки такие с печатью совета рабочих Ленинграда. Решение Российского комитета рабочих. Большое такое. Написано, что вот этот центр иностранного влияния на территории России закрывается на сегодня с 8 до 16 с целью его дальнейшего полного закрытия. И вот, значит, приехали туда, встретились у памятника. Памятник, кому же там памятник? По-моему, Карлу Липкнехту, нет? У метро аэропорт, что-то я забыл. У метро аэропорт встретились, пошли. Там, где был вход центральный, заклеили полосочки с печатью. А поскольку это целый квартал фонд Горбачева, это бывшая ленинская школа, там раньше готовили работников для зарубежных компартий. Потом это вот все это занимал фонд Горбачева. А с той стороны, там были гостиницы, там все время иностранцы ходили, там просто встали люди, так сказать, все перекрыли и пропускали иностранцев. А тех, кто не иностранцев, не пропускали. Ну, чтобы не было международных конфликтов. И вот после этого... Не хулиганство? А? Не хулиганство. А как в чем хулиганство? Ну, клеить что-то на здание, там вот это все. Да вот написано, вот решение.
Почему, а в чем хулиганство? А что, какая ответственность за то, что я наклеил? По лочку написано там «Совет рабочий Ленинграда и печать». В чем хулиганство? Вандализм. Ну, подавайте в суд. Может быть, вы и выиграете. Но никто нам не подал. Нет, вы правильно, мысль правильная у вас. Но, представляете себе, приходят люди из этого фонда, им вот показывают, они тыры-мыры. Домой пошли, да? Пошли домой. Потом уже поняли, да, как-то и хорошо. Это было не мои Смольни так однажды, 7 входов закрыли, когда пытались народную правду оттуда удалить. Так что это не первый случай. Пошли по домам. Потом пошло. Приехали всякие журналисты, одни, вторые, третьи, телевидение приехало, несколько раз показывало. И то, что там, скажем, другие требовали, дайте нам телевидение. Тут не надо было требовать. Все сами приезжали, снимали, по радио выступали. И всем разъясняли, это вот такой центр. И тут вдруг идет ученый-секретарь фонда Горбачева. Говорит, мне нужно, вот пропустите меня, пожалуйста. Мне нужно там документы взять, позарез. Мы говорим, документы? Документы. Принесите учредительные документы фонда рабочей, фонда этого самого Горбачева. А он же не секретный. Не секретный. Тот побожился, что принесет. Ну, давай. Пропустили. Приходит, приносит нам. Доволен, что он бумаги унес. А эти же документы не секретные, что-то секретного. Но, с другой стороны, мы их нигде не получим. И тут мы там открываем, написано, учредители. Сенатор Крэнстон, сенатор Киссинджер, сенатор Накасоне. И Михаил Сергеевич Горбачев внес туда 400 тысяч долларов. Откуда такие деньги? Вот есть 400 тысяч долларов? До завтра нет? У него есть. Было. Наверное, все отдал фонд Горбачева. И тут как раз объявляется представитель власти, зампрефекта Центрального округа. Вот, что такое. А я там на беспокойном месте был, где в гостинице, там все время там скандальчики такие были. Не пропускать людей в гостиницу. Там надо было как-то так что-то как-то улаживать. А тут все тихо, хорошо. Прибегает, он говорит, вот пришел зампрефекта, спрашивает, а на каком основании мы тут стоим? Я говорю, ну скажите, на основании уведомления. Те побежали ребята к нему. Мы на основании уведомления. А ты говоришь, а где уведомление? Те прибегают ко мне, говорит, а где уведомление? Я говорю, скажите, сейчас напишем. Тот, как ему сказали, сейчас напишем, тот такого неслыханно не видано. Тут я и подхожу, ну, и этому говорю, а вы это зампрефект? Он говорит, зампрефект. Я говорю, а вы вот это читали? Вот это вот. Что вот тут, это вот сенатор Крэнсон, учредитель, сенатор Накасоне, это что у вас вот в вашем в округе находится вот такой центр иностранного влияния в России. А вы его тут, а вы зампрефекта в этом округе, да? Так, говорит, ребята, пишите быстрее уведомление, я поехал. Ребята написали, уведомляем, что в соответствии с решением Российского комитета рабочих мы закрыли фонд Горбачева на один день с целью дальнейшего закрытия. Это какой год? Какой год? Еще Ельцин был. При Ельцине. При Ельцине был еще, а уже Ельцин был президент, а Горбачев уже нет. Вот, значит, это было где-то после 93-го года. Или где-то вот в этот период, или перед 93-м, скорее всего, перед 93-м, где-то 92-й, наверное, 92-й, 91-й, 92-й скорее. И вот этот уезжает, приезжает много-много милицейских полковников. Мы их спрашиваем, а вы частная милиция или государственная? Говорят, мы государственная. Говорю, это частный фонд. А вам-то чего касается? Они посмотрели, почитали, говорят, так, ребят, мы поехали, у вас до скольки? Мы говорим, у нас до 4. А ну и... Этим сказали милиционерам, говорит, ну-ка вот их только охраняйте, чтобы был порядок. И встали милиционеры, и у нас пикет уже усиленный с милиционерами, у нас тут братство, братание, дружба. И тут появился депутат. Депутат оказался вот тоже знающий, как вы, такой же. Он такой пораженный, он сразу пришел, здоровый такой, высокий, он пробился так, и раз, дверится. А она, ну что, на чем она держалась? Ну, на клейке. А там в Москве же бюрократизм страшный. Они увидели с печатью наклейка, все. А этот, вот революционер, можно сказать, не депутат. Ну, тут наши согребли его и туда. Он опять прорываться, но уж больше его туда не допустили. До двери там все прилепили снова все.
Вот, он начал с нами потасовку, стал кричать: «Вы там, милиция, не обеспечиваете порядок!» Те начали нас, милиционеры, так раз они не обеспечивают порядок, а это депутат, они начали нас оттеснять. Ну так, тихо оттеснять, не драться, никаких дубинок, вежливо так. А мы так тоже вежливо не даемся оттеснять. Тогда очень так все хорошо было, потому что у нас там взаимопонимание было, все, только вот это нарушил. А мы говорим: «А вы, это же не московский депутат им?» Они говорят: «А какой?» Милиция. «Так это же ленинградские наши, это шалопут». «А ну-ка покажи удостоверение». А тот говорит, показал: «Ах, ленинградские, иди отсюда». И его, значит, раз. «Так, ребята, вы до скольки?» «Мы до 16. Вот в следующий раз приедем. Давайте вот все это в 16 мы достоим вместе. В 16 вы все нам сдадите, вот все, что вы тут развесили. И в следующий раз приедете, мы вам все это выдадим, вы снова будете все это сделаете». И мы так с ними достояли, в 16 все закончили. Потом Российский комитет рабочих принял решение. Значит, за эту акцию объявить благодарность Смоленскому совету рабочих, Ленинградскому и Московскому, и президенту Ельцину за то, что он после этой акции отнял у Горбачева этот весь комплекс и оставил им несколько комнат только. А так бы это был целый квартал. И передал финансовой академии. Вот такой был итог этого всего дела. Очень такой хороший. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот нужно думать не о том, как, значит, побузить, а всякое, так сказать, всякий какой-нибудь трудовой спор, любой другой спор, он требует обдумывания. То есть надо вообще обдумать сюжет какой-то, значит, какой-то смысл, какие действия, чтобы они были законными, обоснованными. Ну и если они находятся на некоторой границе, чтобы можно было, по крайней мере, истолковать их правильно. Вот мы же с вами тоже говорили, что вот разрешено, что запрещено и какая ответственность. Какая, что, в чем тут, что нарушено? Ничего не нарушено было. Ничего не нарушено. Кто может запретить? Вот там вы встали трое и стоите все время у входа в ректорат. Ну, кто вам будет что-то говорить? А вы каждому, который заходит, говорите: «А вот мы считаем, что надо делать так». И что вы можете запретить? Ну, не пускать-то они меня не могут. Почему они меня не пускают? Я хочу просить. Куда? Ну, например, фонд. А это уже другое. Мало ли, что вы хотите. А вы не как-то вам, мы говорим, не мешали, мы не закрывали. Они не пошли. Один только пошел, один из всей Москвы, один человек пошел, и он открыл. Ну а дальше, а он вообще не москвич. Кто он такой? Что он тут ходит, фонд Горбачева, он никакого отношения не имеет к Москве. Мы защищаем интересы Москвы. И все. Ну то есть мы конкретно должны к этому подходить. Это всегда же предполагает некоторое разбирательство, а в разбирательстве выяснилось, что он тут приехал защищать центр иностранного влияния в самом центре нашей Родины. А мы против того, чтобы он здесь был. И нас президент поддержал, Ельцин. Тут он-то не признал, что это центр иностранного влияния. Он-то не знал, да. Мы поэтому его не обвиняем. А мы знали, у нас вот документ. Вы не вынесли, я бы прочитали, мало ли кто там учредитель. А? Мало ли кто там учредитель, не говорит о том, что это центр. Не мало ли, если учредитель это сенаторы Соединенных Штатов Америки и Японии, то это уже достаточно понятно нам. И Горбачев. А Горбачев, может, уже... Горбачев или сенатор? А Горбачев уже кто? Никто. Уже вот все это уже период, когда он перестроил, Советского Союза уже нет, а Горбачев еще есть. И он устроил здесь центр иностранного влияния на территории Москвы. Безобразие. Поэтому президент России Ельцин поддержал нас и передал это задание финансовой академии. Оставил ему там на развод несколько этих помещений. Я там в этих помещениях был и там видел там Медведева Вадима, который был тогда секретарем ЦК, а сейчас он халуй горбачевский, там бродит и тот ему помогает что-то делать. А что они делают? Ничего хорошего. Что они могут сделать? Что может сделать хорошего Горбачев? Так это чем у фонда занимается? Может, там благотворительностью какой-нибудь или еще чем-нибудь? Ну, парень, там, имею в виду, там детям помогает, чего там плохого? Ну, пусть он доказывает, что детям помогает. А мы видим, что он, там, Горбачев, помогал уничтожать Советский Союз. Такого уже не было Советского Союза, когда вы пришли. Так мы знаем, кто его разлагал-то. Вот этот самый, как раз Горбачев вместе с сенатором Крэнстоном и сенатором Накасоне. Вот они там и перечислены все. И этот фонд этим и занимался. Ельцин Борис Николаевич. А на помойке мы видели всякие шприцы. Ну, так они помогают детям. Мы же около помойки там стояли. Вы там не были, а мы там были. Ну, а сенатор ходил, шприцы раздавал. Но это уже смешно. Мы не знаем, что он раздавал, но на помойке мы выброшенные. Видимо, шприцы закупали, а потом они так, никуда не отправившись, выбрасывали их в помойку. Это мы наблюдали просто.
поскольку мы там были непосредственно. А вы там были непосредственно? Не были. Ну, вот приводите. Можно там диабет лечить. Может быть. Вот пускай будет обосновывает. И что из этого обоснования следует? Вот мы привлекли к этому общественное внимание, это позволило выяснить, что он что-то хорошее делает, этот фонд. Не только разрушает Советский Союз, а что-то еще при этом делает и хорошее. Мы очень рады, что такой получился вывод. И что? И все? Ельцин с Горбачевым. Короче говоря. Фонд-то появился после уже развала Советского Союза? Не, ну, да ну что, фонд был давно. А, там, ну я просто думал, что он давно, появился после Горбачева. Давно, ну, там помощник приходил Горбачева. Мы говорим, вот вы помощник, вот вы уже, вы вроде как фронтовик были, и вы вот, чем вы занимаетесь? Вы понимаете, что такое? Откуда взял 400 тысяч долларов первый секретарь генеральный? Он что, ему платят? Ему такие деньги не платят. Это деньги, это не его. А? Ну, я не знаю, какая, но не такая, чтобы получить 400 тысяч долларов. Не в долларах. Или человек получает партийные деньги и их переводит в эти доллары, и доллары сдает в фонд, чтобы он совместно с Кринстоном, Накасоном и Киссинджером занимался такими делами. Так что они так. Враждовали. Вы не знаете, чем занимался Киссинджер? Киссинджер не знает, чем. Да, сенатор, да. Так что, что там? Ну, тогда было дело. Я просто привел такой пример, ну, из, так сказать, из некоторой жизни. И жизни, ну, в которой моего непосредственно было у меня на глазах, и в котором я принимал участие. Просто я знаю, что бывают такие ситуации, когда вот так делаются. Я могу вам другой пример привести. Еще в советское время, когда собрался инициативный съезд Советов и решил направить на съезд Компартии РСФСР группу рабочих, 100 человек. Ну, как ее направить? Пришли в один прекрасный день, окружили Центральный комитет со всех сторон. Окружили. Значит, каждому, кто шел, всех пропускали. Но спрашивали. Вот идет человек, спрашивает, ты коммунист? Он говорит, нет. Нет? Иди отсюда тогда, это партийный дом. Его не пускали. Если говорил коммунист, давали ему газету «Молния», в которой было написано «Изгнать из партии проводящую антинародную политику антикоммунистическую фракцию Горбачева». И он и шел дальше. И, пожалуйста, никто никого не трогал. Все основная масса говорили «да». Получали газету и уходили. Вот. А я в это время был. А как получили мы, добились мы того, чтобы получить на съезд Компартии РСФСР пригласительные билеты? Пришли люди, эти рабочие, 100 человек, и пришли в приемную ЦК и оставались, пока этого и все. И решили сегодняшний вопрос. Ну и в Писании написано, толчите и отвердится. Разве не так? Это давно известно. Но если вы ничего не делаете, так вы ничего не добьетесь. Если вы добиваетесь, то вы что-то добьетесь. А в итоге, скажем, через вот этот съезд Компартии РСФСР появились наши представители в ЦК. И, например, товарищ Сергеев потом оказался на 28-м съезде, был выбран в ЦК, и единственный человек в ЦК проголосовал против приватизации. Так что это вот имело такие результаты. А еще один представитель, товарищ Тюркин, член ЦК, поставил вопрос о голосовании против, на 28-м съезде, против движения на рынок, и треть проголосовала против движения на рынок. Подозревается, вот все вот так вот захотели туда пойти. Не все. А сколько человек в ЦК? Не знаю. Ну, где-то под 150-200. 200, например. Вот таким образом. Я в это время в ЦК не был, я был членом Ленинградского обкома партии, но... Ну, рассказывали, что хотели большого славку отправить, вас да, не поддержали. Да, так что... Я, во всяком случае, в курсе дела был этих всех вещей. То есть я хочу сказать, что вот такие были, ну, даже острые такие политические вопросы, но их решали так очень даже спокойно, без каких-то особенных проблем. В том смысле, что то, что хотел, то да, действовал позитивно, что-то создавал. То создавайте что-нибудь. Например, скажем, представители нынешней КПРФ решили, что вся коммунистическая деятельность будет запрещена, и стали создавать партию, социалистическую партию трудящихся. А представители движения коммунистической инициативы поехали в Свердловск, учредили Российскую коммунистическую рабочую партию и положили на стол Ельцину заявление на регистрацию и зарегистрировали Российскую коммунистическую рабочую партию. А те оказались вроде как в таком положении, что надо было. Они там Конституционный суд потом был, рассматривал, а уже было зарегистрировано.
Не надо так страхи наводить. Ну, плохой человек Ельцин, но он же взял и он не запретил, а разрешил. Ну, 100 раз можно говорить, что ну, надо, если человек делает правильные какие-то ходы, вот говорит, что он такой-сякой, ну, это действие было, он не запретил противоположную точку зрения. Да хоть 100 раз, так сказать, он не прав. Ну, вот здесь он был прав, это надо тоже признать. А СПТ зарегистрировали? Да, конечно. Рой Медведев, Денис. Да, Вартазарова тогда была. Все попрятались, там не Горбачев был и не другие, а именно Вартазарова занималась Социалистической партией трудящихся. И вот эти люди потом все перекочевали в КПРФ, а эта соцпартия трудящихся как бы и забыли. Но все поняли, что на слово «социалистическая партия» никто не клюет у нас в стране. Народ туда не бежит. На коммунистическую еще идут, а на соцпартию не идут. Вот, вот это факт жизни. На Западе там социалисты как-то так, они в ходу, А у нас не в ходу. Не звучит. Возвращаюсь к тому, что когда что вот все эти оформления, с одной стороны, можно сказать, искать другие пути оформления, а с другой стороны, ничего плохого в том, чтобы пройти весь этот путь и оформить все то, что требуется для забастовки, ничего в этом плохого нет. Это означает хорошее изучение права. Вот мы вместе с товарищем Федотовым, который был начальником консалтинга правового отдела правкома докеров Санкт-Петербурга, написали книгу вот такой толщины «Ведение трудового спора за заключение коллективного договора, соглашения». И там все этапы расписаны и указаны все бумаги, которые надо составить, чтобы человек мог переходить одно и другому делу, потому что перед чем останавливается простой человек, решивший вести коллективный труд перед бумагой. Он не знает, как ее оформить, или когда, или не. Поскольку наш кабинет вот этот закрывается, куда мы, я сдал 2 экземпляра, значит, соответственно, они, я так понимаю, переехали вниз, в кабинет общественных наук, там можно посмотреть. Можно посмотреть на сайте Фонда рабочей академии, висит эта книга, на странице библиотека на сайте, это не вот на этом канале, а на сайте Фонда рабочей академии. Просто Фонд рабочей академии набираешь, и там библиотека, и там вот эта книга есть, можете посмотреть. То есть когда человек что-то ведет какой-то спор, он должен грамотно все оформить и по закону. А что он будет делать и за что спорить, это законодатель вам оставляет на свободу. Вы свободно решаете сами. И кто, так сказать, да, умно и грамотно делает, он может выиграть. А кто безграмотно делает, или нарушает, или просто идет против вообще тех норм, которые есть, он сталкивается с законом, его запрещают. Запрещают, объявляют незаконным. Вот это нужно думать. Поэтому этот вот аспект обеспечения, оформления права на забастовку очень важный. То есть не просто уже есть право, но право, оно вступает в действие тогда, когда выполнены те требования. В том числе там требуется обязательно определить минимум работ во время забастовки. По этому поводу тоже очень конфликтная может быть ситуация. И может быть через суд придется этот вопрос решать, прежде чем вы добьетесь вот этого. А без этого нельзя приступать к забастовке. Нужно уведомить орган муниципальный о том, что на территории этого муниципалитета будет забастовка. А то вот вы сидите, вот это, глава муниципалитета, и не знаете, что у вас тут будет сейчас вот тут забастовка. Потом вас будут спрашивать, а вы не знаете. Поэтому должны пойти и сказать, вот мы пришли, и вас уведомляем. Подпишите, что вы знаете, что у вас тут будет забастовка. А говорит, я против. Да это не важно, что вы против. Подпишите, что вы знаете. Против, вы или за, это уже ваше дело. То есть у нас нет никакого с вами-то конфликта. Вы подпишите, что вы знаете, мы к вам приходили. Ну не подпишите, мы сейчас вот третьего возьмем, подсопишем акт, что вы отказали. Нет, ладно, говорит, я подпишу. Ну то есть вот, должны действовать люди, как грамотные юридические люди, которые эти вопросы решают. Если, допустим, вы кому-то написали письмо, и его не хотят брать, что нужно делать? Я вот с прокурором говорю. Она говорит, я не возьму. Ну, как вы не возьмете? Ну, вы сейчас не возьмете, я сейчас выйду, зайду за угол и на почте вам пришлю заказным с уведомлением о вручении. Ладно, говорит, возьму. То есть люди такие вот придумывают какие-то сложные такие загадки, которые, ну, для безграмотных людей. А если человек грамотный, ну что же, как это он у меня не возьмет? То есть в любой орган, если вы отдаете, что вот было такое письмо, отослано тогда-то, вот у меня есть квитанция и уведомление о вручении. Уведомление не обязательно, везде в процессуальных кодексах написано с заказным письмом. Заказное, все, весь вопрос. Вы будете доказывать, что вы не получили, это совершенно не волнует. Юридически считается, что вы получили. Вы можете выплюнуть, выкинуть, сжечь, растворить кислотой. Это уже ваше дело. Я, потому что я отправил, вот копия. Копия, от ней квитанция и скрепочка. Раз, раз.
и в ПАП, и в суде. Все. Вот я хочу обратить ваше внимание, уважаемые товарищи магистры, необходимость вот думать о форме. Потому что если мы говорим о политических аспектах, то вот доказывают, что мы вот светлое будущее отстаивали, у нас такое хорошее было содержание, а в какой форме вы это отстаивали? То есть форма здесь очень важна. Форма, причем не только в смысле ваших действий, а в смысле еще и оформления чистой бумажных. Потому что без бумаг, не сказать, что без бумажки ты букашка, так уж совсем я бы не стал, как иногда говорят, но без бумаги, без оформления нельзя добиться фиксации тех действий, которые были на самом деле. Вам же нужно доказывать, что вы делали правильно. Если вы это не зафиксировали на бумаге и не поставили там печать, подпись, дату и так далее, то вы, вам потом не доказать, что вы были правы. А вы 100 раз, может быть, правы, но вы что, будете рубашку рвать на груди и доказывать, что правы? Нет, покажите бумаги. Бумаги нужно вести. Вот просьба на это обратить внимание. Спасибо за внимание. Вот мы вот тут ведем же тоже, это тоже определенный юридический способ. А то кто-нибудь скажет, там такое говорили, какое, сейчас включаем. То есть можно подумать, так трактовать, что, дескать, вот мы записываем, а вдруг кто-нибудь узнает, что тут говорится, ну и что плохого, что узнает. Вот, значит, сюда приписать ничего нельзя. Я-то в этом отношении опытный человек. Я знаю, что вот если нельзя ничего приписать, ничего и не скажешь такое. А, это мы, ну, это все знают, это все можно посмотреть. Весь мир это знает. Вот 10 уже висит, это 11. Поэтому всем это все известно. Ну, потому что у нас курс не закрытый. У нас не военная организация. Тем более, никоим образом она не связана там с какими-то особыми тайнами. Это не секреты. Это наоборот, это элемент грамотности, то есть политические составляющие сами трудовых конфликтов, хорошо бы, чтобы это все знали. И поэтому скрывать от народа такие вещи не можем. Но если народ не хочет смотреть, это его дело. Наше дело тут вот тоже юридически. Получается так, мы это повесили, все это знают, что это ведется, что это делается публично, что это, так сказать, люди тут присутствуют, сдают экзамены. Но если вы в этом не разбираетесь, то это не потому, что вам не дают, а потому, что вы умственный лентяй. Вот что означает вот это вот то, что мы делаем. То есть, ну, если вы этого не знаете, это не потому, что это невозможно знать. Говорят, вот, раньше было хорошо, а сейчас в современной России нигде невозможно узнать. Ну, как невозможно, когда вот висит? Все. То есть, это как вот факт публикации закона. Публиковали закон, когда он считается после принятия? Когда он вводит в действие? После публикации. А прочитали вы или нет, это никого не волнует. Незнание законов не является основанием для их невыполнения. Правильно? Все. Это вы виноваты тогда, если вы не знаете. Но печатают, конечно, таким мелким шрифтом, что даже это даже страшно думать их читать. Видели там? Коммерсант можете взять или Российскую газету. В Российской газете все публикуют. Это ужас. Это я уже... Не берусь. Нет, я могу прочитать, как человек близорукий, я это прочитать могу, но не читаю, потому что это немыслимо. Но заголовки я читаю, мало ли там что есть такое. Если надо, прочту. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего вам доброго.